Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики канала Чуча ТВ. В сегодняшнем видео вас ожидает ряд интересных модернизаций и улучшений нашего летающего медведя, которые позволят улучшить, во-первых, качество, стабильность печати и, самое главное, добавят удобства. Поэтому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, приятного просмотра. Как вы помните, вместо штатного корпуса я спроектировал свою версию, которая очень понравилась и не только мне, но и моим зрителям. Но тут возник вопрос у моих подписчиков, можно ли поставить вот такой вот штатный заводской хот-энд от медведя на такую вот голову. Так как на этом кожухе используется специальное крепление под E3DV6 от Mellow Store, то заводской хот-энд сюда просто не поставишь, ведь он будет посажен слишком глубоко, а нам нужно опустить его немного ниже. И для этих целей я спроектировал два посадочных места. Данная проставка устанавливается сверху нашего хот-энда. Здесь, видите, есть отверстие под винты. Теперь можно смело установить наш новый кожух. И обратите внимание, наш нагревательный блок находится на правильном расстоянии. Как видите, с обратной стороны ничего не мешает работе фитингу. Более высокий вкладыш используем для штатного термобарьера. Вот такого, из нержавейки. А вот короткий можно использовать для термобарьера от компании Mellow Store. Это биметаллический термобарьер, тоже под тефлоновую трубку. Как вы уже заметили, термобарьеры имеют разную длину. Соответственно, и проставки наши имеют также разную высоту. Теперь остается только вопрос крепления самого вентилятора обдува. И здесь я тоже сделал небольшую доработку. Вот такая специальная насадка, которую мы устанавливаем на наш радиатор. Кстати, по диаметру радиатор немножко отличается от стандартного E3DV6. У крепежа вентилятора есть специальное ребро, которая вставляется между ребер нашего радиатора и таким образом фиксируется жестко. Также обратите внимание, что на столе нужно эту деталь размещать вот так вот, чтобы получить максимальную жесткость и гибкость. Вставляем насадочку. Сюда мы можем прикрутить вентилятор 30x10. Такая модернизация будет полезна тем, кто хочет немножко сэкономить денег или же бюджет у него ограничен. То есть можно, видите, использовать даже штатный хот-энд. Следующее улучшение коснулось держателя BMG. По просьбе зрителей в эту часть я добавил небольшой уклон. Благодаря этому деталь можно печатать теперь стоя. Кстати, эта деталь была напечатана на Эндере 3 со скоростью 90 мм в секунду. Ускорение 800, джерки 10. Вот такие вот BMG экструдером, BMG винт. Если у вас дрыгостол, рекомендую прикупить, действительно очень классная штука, которая лопатит все пластики без исключения, как автомат Калашникова. Сопло использовалось 0,4, а высота слоя 0,3 мм. Еще в данной модели расширено центральное отверстие. Такое более овальное сделано. Также расширены крепежные отверстия, чтобы можно было мотор немножко двигать влево-вправо. В любом случае рекомендую перепечатать эту модель по новой. Это облегчит дальнейший монтаж. А вот эта ножка – это долгожданная модернизация, которая будет соединять BMG фидер и каретку, благодаря чему не будет никаких прогибаний, изгибаний и добавится высокая жесткость. Здесь у нас есть посадочное место, видите, под BMG. Печатать рекомендую с поддержками вот в таком вот положении. Сюда мы вставляем пластиковый фитинг. Мы вставляем трубку без проблем, а вот вытащить ее просто не можем. Берем фидер от Mellow Store. Обратите внимание, здесь у нас есть посадочное место. Оно сделано специально, для того, чтобы работал наш фитинг внутри самого BMG. Работа очень простая. Наша ножка свободно движется. Если просто нажать на тефлон, он не проталкивается. Но если сдвинуть немножко вперед, то тефлон у нас теперь, видите, проталкивается до конца. И вот, пожалуйста, мы зафиксировали. Очень жестко, никаких люфтов вообще нет, сидит просто намертво. То есть ножка обеспечит высокую жесткость, чтобы фидер никуда не двигался, ни вверх, ни вниз. Вот такой вот вырез на нашем крепеже позволяет добраться до фитинга, нажать на него и таким образом вытащить тефлоновую трубку. Я считаю, что такая модернизация однозначно улучшит качество печати. У штатного заводского BMG, в отличие от Mellow Store, посадочное место не соответствует. Поэтому для него я разработал свою отдельную ножку. Проблема в том, что держатель подфитинга они спроектировали наоборот. Тоненькой частью должно быть наружу, толстой вовнутрь. И поэтому, если вы захотите напрямую поставить E3DV6 в этот BMG, видите, он просто не влазит. Точно так же не становится сюда ENF и другие два хот-энда, которые я также проверял. Мало того, даже зритель моего канала тоже заметил этот косяк. Но вот эта вот ножка становится великолепна, потому что она спроектирована именно под вот этот вот заводской BMG. Но если говорить откровенно, то слишком много косяков для одного девайса. Лучше переплатить и купить уже полноценный набор с E3DV6 и качественным BMG. И получать удовольствие от 3D-печати. А теперь можно перейти к монтажу новой головы. Но в этот раз я буду ставить не E3DV6 от Mellow Store, а новый хот-энд NF Zone с аэрокосмическим термобарьером. Здесь используется высокотемпературная керамика, которую мы уже тестировали в прошлом видео. Кстати, по посадочным местам они практически идентичны.
заодно его протестирую и уже к черной пятнице постараюсь вам дать ответ, стоит ли он своих денег, есть ли смысл за него переплачивать. Также многие из вас спрашивают, какие сопла я использую. Вот такие вот заостренные сопла, они достаточно качественные, очень точные, не марают деталь, и качество печати получается намного лучше. Но самое главное, здесь отверстия совпадают. Если 0,4, то это 0,4. Если 0,2, это 0,2. Некоторые вот так вот закручивают, а потом блоком поджимают. Ни в коем случае так не делайте именно с аэрокосмическими хотендами. Или, допустим, аэрокосмическими термобарьерами. Потому что керамика, она хрупкая. Об этом даже пишет Mellow Store в описании товара. Поэтому будьте осторожны. Самый правильный способ – это выставить в нужном положении блок, удерживать его ключом, а дальше фиксировать самим соплом. Но более подробно о конструкции расскажу уже в следующем видео при полном тестировании. И вот так вот будет выглядеть наш директ в полном сборе. Кстати, аэрокосмический хатент установился без каких-либо косяков. А мы переходим к последней модернизации. Многие зрители спрашивают, можно ли сушить бобину пластика во время печати в моей термокамере. Но, к сожалению, это сделать можно только внизу, под столом. Но это не особо удобно, потому что холодный воздух находится всегда внизу, а вверху находится горячий. Для этих целей в программе Autodesk Inventor я разработал специальный дополнительный отсек, который будет ставиться сверху. Благодаря этому мы увеличим объем верхней камеры и сможем разместить хоть несколько бобин. То есть во время печати будем сушить наш пластик. Услугами резки акрила я решил воспользоваться от проверенной компании Vector 8, с которой работаю уже не первый месяц. Точность и качество по резке на высоком уровне. За вот такой вот дополнительный набор я заплатил порядка 500 гривен. Ссылочку на эту компанию скину под видео в описании. Для соединения панели с термокамерой будем использовать специально разработанный мной крепеж. Выглядит он следующим образом. Сюда мы впрессовываем гайку М3. Вот так вот. А с обратной стороны у нас есть крестообразный паз. У нашей термокамеры на принтере есть вот такие вот пазы с вырезом, в которые мы и вставляем наш крепеж. А соединяться наша панель мини-бокса будет с основным корпусом вот так. Все наши пазы устанавливаем изнутри. И вот так вот, друзья, мы разместили наши крепежи по контуру термокамеры. Теперь соберем наш дополнительный отсек. Крепеж точно такой же. Гайка М3 и винт М3-10. Один угол уже готов. Конструкция получилась достаточно жесткой и надежной. При этом фиксация у нас происходит в двух направлениях двумя винтами и в одном направлении одним винтом. И этого более чем достаточно. И вот такая вот достаточно жесткая аквариумная рамка у нас получилась. А теперь переходим к монтажу держателя нашей бобины. Для этого нам понадобятся две резьбовые шпильки М8 длиной 400 мм. И набор гаечек или барашков. А также распечатанные на 3D принтере вот такие вот ролики, по которым будет ездить наша бобина. В них мы впрессовываем 608 подшипники. На каждую шпилек нанизываем наши подшипники с роликами. При этом фиксируем с обоих сторон, например, барашками или же обычными гайками. Вот такая вот простая, незамысловатая конструкция, но достаточно удобная и комфортная в работе. Благодаря такому решению с помощью барашков или гаек мы можем регулировать расстояние между роликами и, соответственно, подстраивать под ширину разных бобин. В нашем боксе присутствуют два отверстия именно под эти шпильки. Крепление шпилек производим как снутри, так и снаружи, именно к стенке нашего бокса. При этом сами шпильки выполняют роль не только направляющих, но и связующих между стенками. То есть добавляет прочности и жесткости конструкции. Видим, что бобины крутятся отлично. Ничего нигде не заедает, не цепляет. Просто супер. Сверху нашего мини-бокса устанавливаем крышку от главного бокса. Все просчитано максимально точно. Так что проблем с установкой у вас не будет. Вот так. Также по краям фиксируем винтами М3-10. И вот такая вот красота у нас с вами получилась. И теперь мини-камера выглядит полноценно. Можно приступать к установке на основной бокс. И вот момент истины. За счет пазовой системы он установлен очень жестко на основной бокс. То есть он не двигается по осям X и Y. Поэтому можно даже не фиксировать винтами. Но для высокой надежности, конечно, лучше все-таки зафиксировать, раз мы уже поставили эти крепежи. И вот, друзья, наш мега-красавец, который, во-первых, смотрится просто великолепно. Бокс не является каким-то излишним, он дополняет конструкцию. При этом добавляет удобство, ведь теперь можно сушить пластик даже во время печати. Горячий воздух поднимается вверх, и в итоге получится очень хорошая сушка. Запустим на печать девушку в режиме вазы. Обратите внимание, влажность составляет 47% в камере и 18 градусов температура. И вот, друзья, заканчивается печать вазы в режиме вазы. При этом хочу отметить, что все работает великолепно, наши бобины прокручиваются, нигде ничего не запутывается и одновременно происходит сушка.
Температура внутри камеры составила 26 градусов и 36%. То есть опустилась влажность. Это очень хорошо. Скорость печати я поставил 60 мм в секунду, но по факту печатается 12. Это связано с охлаждением в слайсере кура. Стоит ограничение в 5 секунд на один слой. Поэтому печатает очень медленно. Но в следующем тесте распечатаем эту же деталь без ограничений, на большой скорости. И вот, пожалуйста, наша фигура полностью готова. Очень красиво уложили слои. Hot-End аэрокосмический с керамикой справился просто на ура, спыла пластиком. Здесь, обратите внимание, есть небольшая полоска от изменения температуры. Я пытался увеличить немножко температуру через меню принтера. Кстати, не рекомендую этого делать во время печати. Когда меняешь через меню, могут происходить небольшие косяки на модели. Но в целом деталь получилась очень красивой. Кстати, друзья, на просьбу многих зрителей я купил двойной Hot-End. Это у нас Циклоп плюс Химера 2 в одном. Обалденная вещь, сразу скажу, потому что сюда можно поставить отдельно два маленьких блока V6 или, допустим, вот такой вот один смешивающий. И получается, что у нас вот такой вот универсальный Hot-End. О нем будет отдельный обзор, попытаемся установить его на нашего медведя. Это не значит, что вы должны бежать и сразу покупать все эти доработки. Я просто вам показываю те или иные варианты установок, а вы уже сами для себя принимайте решение, стоит ли оно того или нет, нужно оно ли вам или нет. Скорость печати этой модели я поставил 80 мм по факту. И если засечь по времени, мы видим, что скорость соответствует заявленной. При этом качество печати тоже неплохое. Да и сверху мы видим, что подача пластика не прекращается. Нигде ничего не запутывается. Я боялся, что могут помешать вот эти вот барашки. Но зря себя пугал, потому что все работает как автомат Калашникова. Температура в боксе снизилась до 23 градусов, так как я открыл сверху крышку. При этом все равно, обратите внимание, влажность остается на 36%. И это очень и очень хорошо. То есть все равно происходит процесс сушки. Помимо этого, на резьбовые шпильки можно поставить еще несколько рядышком бобин, чтобы они тоже сушились. Мне кажется, что с таким термобоксом принтер стал более универсальным. Если есть необходимость, можно укоротить его по высоте. Просто снимаем верхний отсек и крышку опускаем вниз. И вот, друзья, с гордостью я могу сказать, что модернизация Flying Bear Ghost 5 практически полностью закончена. Теперь на этом принтере можно и печатать, и одновременно сушить пластик. Бобины прокручиваются великолепно, ничего нигде не заедает. При этом влажность в камере сохраняется даже с открытыми дверцами. То есть происходит процесс сушки во время печати. И это очень круто. Наша конструкция полностью разборная. При необходимости можно открутить любую из панелей, не снимая весь корпус. И это действительно удобно. При этом проведены ряд интересных еще модернизаций по улучшению качества работы нашего принтера. Поставлен хороший директ с замечательным хот-эндом от проверенного магазина. Также хочу напомнить, друзья, что 27 числа у нас день скидок, черная пятница. И в этот день вы можете хорошенько сэкономить. Переходите по ссылочкам под видео, покупайте товары в этот день. И обязательно в сообщении укажите, что вы от канала Чуча ТВ. Потому что это позволит ускорить процесс отправки ваших посылок. Так как меня очень хорошо знают в компании Flying Bear и Mellow Store. Новые модернизации и улучшения я добавлю в основной архив Best Upgrade. Если вы скачали его ранее, обязательно перейдите по этой ссылочке и перекачайте по новой, потому что все архивы уже обновлены. Результатом этой доработки я очень доволен. Надеюсь, и вы оцените мой труд. Подписывайтесь на канал, ставьте жирный лайк. С вами был Макс. Берегите себя и своих близких. Пока!